Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 3. Рассмотри, как вычислено частное 872, деленное на 4. Объясни, как выполнить деление и как выполнить проверку. Первое. Сначала мы находим первое неполное делимое. Это 8. Делим сотни. 8 сотен делим на 4. Берем по 2. Проверяем. 2 умножить на 4 будет 8. Записываем 8 минус 8. Остатка нет. В частном на месте сотен мы пишем 2. Остаток 0 мы пишем только в конце. Здесь остаток мы не пишем. Сносим 7. 7 десятков. Это наше второе неполное делимое. 7 десятков делим на 4. 7 разделить на 4 берем по 1. Получается 1 десяток. Проверяем, сколько десятков мы разделили. 1 умножить на 4, получается 4 десятка. От 7 отнимаем 4, получается 3. То есть нам осталось разделить 3 десятка, или 30 единиц. В частном на месте десятка мы пишем 1. Сносим 2 и делим теперь все единицы. 32 делим на 4. Получается 8 единиц. 8 умножим на 4 будет 32. Остатка нет. В частном написали 8. Получилось, что ответ 218. Проверку деления мы выполняем умножением. То есть 218 умножаем на 4. Умножение начинаем с разряда единиц. 4 умножить на 8 будет 32. 2 пишем, 3 запоминаем. 4 умножить на 1 будет 4, прибавляем 3 будет 7, 4 умножить на 2 будет 8, получилось 872, значит пример решен верно. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.